Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать. Вранье, оно может быть кого-то может отмазать, кому-то продлить срок службы, да, как гаджету какому-нибудь. Но вранье всегда ведет к неправильным решениям. А неправильные решения всегда ведут к потерям, и часто к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе же, нужно прекращать врать. А это проблема зимней формы для ВСУ, которой нет, которую люди на севере, значит, Украины уже запрашивают. Но это несерьезно, это несерьезно. Но... У них есть все, включая хаймерсы, и совсем скоро появятся ПВО Ирис-Т. Мы волнуемся, что они там замерзнут. Не замерзнут, все будет нормально, их там много. Главное, чтобы у нас была и форма, и соответствующее вооружение. А украинцы как-нибудь без наших переживаний справятся.